Подмосковные фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Черезана выиграли соревнования в танцах на льду на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проводится с 23 по 27 октября в Сочи. Ранее спортсмены стали лучшими на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который прошел в столице. Уже несколько лет дуэт тренируется в Одинцове под руководством тренеров Алексея Горшкова и Максима Болотина.